пришел в лес Брасилиан месяц назад. Мы всегда здесь встаем лагерем, когда путь приводит нас в эту часть Ферелдена. Этот лес опасен, и мы постоянно на стороже. Но кто мог подумать, что оборотни устроят нам засаду? Они затаились и ждали нас. И хотя мы отбились от этих тварей, многие наши воины сейчас лежат при смерти. Целительские умения не помогают. Мы будем вынуждены прикончить наших братьев, чтобы они не превратились в оборотень. Знаю, мор надо остановить. Но сейчас мы не можем выполнить свои обязательства. Мне искренне жаль, что это так. Они поражены проклятием, которое проникло к ним в кровь и причиняет нестерпимые муки. Они обречены умереть или превратиться в чудовищ. Единственное, что может их спасти, связано с источником самого проклятия. Так что помочь нашим братьям будет очень и очень непросто. Нет, про того, кто породил всех этих оборотней. Где-то в лесу Брасилиан обитает огромный волк. Мы зовем его Бешеным Клыком. Это в нем зародилось проклятие, и через его кровь разошлось по лесу. Если убить Бешеного Клыка и доставить мне его сердце, я, может быть, сумею уничтожить проклятие. Но эта задача оказалась для нас чересчур опасна.